Всем привет! Вы на канале Черничный хутор, где живет семья в лесу. Планы на день. Сейчас быстренько съездим в город, в деревню, и привезем еще сегодня печника. Есть такой вот... Не хотим показывать пока печника. Обещает быстренько за 2 недели сделать, уйти. Я думаю, это не... ему реклама не нужна, никакой канал не надо, раскрутка не надо. Вообще, у всех, спасибо вам за комментарии. Очень много прислали номеров печников. У всех, оказывается, печников в Беларуси их тысячи. Но большинство занято. Большинство занято, большинство октябрь-ноябрь. Мы ждать не можем. У нас мы уже дошли до пика, до предела. Поехали. А, и ребят возьмем. Надо все плотненько сейчас работать. Взяли у Валентина прицеп. И приехали на свой недостроенный дом. У меня здесь доски такие есть, щиты сбитые. Здесь они уже, наверное, никогда не понадобятся. Надо поскладывать и завести к нам на хутор. На хуторе там где-то даже монолитный пояс залить пригодятся. Где-то что-то сбить. Сейчас доски дорогие очень. Они здесь уже давным-давно лежат. О, пошли, кстати, посмотрели, маслята есть. Каждый год маслята здесь есть, каждый год. И несмотря на то, что там трава по пояс, вот там по той сосной есть грибы всегда. Идем. Вот зверобой, сколько здесь растет. Вот. Хоть и трава по пояс, но все равно масленок есть. Вот, смотрите. Растет? Целенький масленок. Неужели только один? Это под той был один, а под этой раз, два, три, четыре, пять, шесть. Старые. Вот еще один. Эти тоже червивые. Друзья, а помните, мы завезли папе 2 гуся, которых не успела съесть то ли наша крыса, то ли кот. И маленьких карликовых курочек. Пошли посмотрим, какие они красивые стали. Они обалденные, я просто от них тащусь. Я просто хочу курятник на хуторе, но нельзя. Вот смотрите, какой петушок. Это маленький карликовый петушок. Вот. Классный? А вот еще курочка маленькая. А вот петухи с мохнатыми лапами и крылками карликовые. Так их надо в объявление дать. А вот это на гуски, да? Да. Две гуски. Белые гуски. Ну вот, смотрите, какой петух. Вот. И мохнатые лапы, и хохолок, и ситцевый окрас, и карликовость. Пошли еще посмотрим. Вот какая курочка. Вот я мечтал их поселить на Черничном хуторе. В тот мини-курятник и обгородить его сеткой. Ну ладно, как птицы на хуторе не будет. Будем приезжать сюда любоваться. Вот сколько здесь мелких этих. А вот там какой петушок красивый. Вот тот, второй. Тоже лапы мохнатые. Угу. Они вот на камеру, может, не передает, они вот такие вот. Вот они, маленькие-маленькие. И... У них яички маленькие, еще классно то, что они садятся на яйца. Ну, вот это вообще классный петушок, да? 100%, да.
все классные, а вот этот некрасивый. Да, этот обычный. А вот прикиньте, суп с такого варить, это как голубь. Ну, всем красивым быть не суждено. Смотри, сколько там их карликовых. Во. Угу. Да, у папы выживаемость была стопроцентная. Что гусей видите, что птицы, тут загорожено все. А у нас на хуторе так невозможно вырастить на свободном выгуле. Только вольер, только клетка, это тоже неинтересно. Это надо утром и вечером менять воду, утром и вечером ставить еду. Как бы очень много ухода, если так в клетках держать. Так они не удовольствие такого не доставляют. Не будет травы, только один навоз. А так вот, когда по травке гуляют, то красиво. Угу. Ладно, как получилось, получилось. Видите? А вот этой вот, это они вместе в один день вылупились с этими двумя белыми. И вот эти два белых уже большие, видишь? А те, угу. еще, те еще маленькие. Ну, походу, еще подрастут, значит, чуть-чуть, да? Угу. Потому что белые ж будут расти, по-любому и эти подрастут. Карликовые немножко. Так они еще и кукарекают уже. Красавец, петушок. Вот нам бы такого хотя бы одного с одной курицей, и пускай бы ходил и кукарекал, да? Угу. Легко можно взять, но потом будем всем кутером плакать, когда его кто-нибудь съест. Ну да. Мне кажется, его даже пчелка с женой задушит. Такого маленького. Вот такого бы нам, да? Кукарекает. Если голуба задушили, то этого задушат, ну. Но если только он бойцовский будет, знаешь, будет биться. Первый раз их отметили, ты потом они подходить не будут, да? Ну. Ну, может быть. Ну, страшно рисковать, правда? О, видишь, как он за ними ухаживает, как он квокчет. Утки их бьют. Угу. Ну. Уже такой настоящий петух. Во, два кулака, кукарекает и еще это, и выпендривается он. Да, он, значит, будет биться. Ну. Когда-то у моей мамы был петух такой, помнишь, мы ей отдали маленький. Что они там с ним только не делали. А он их бил и бил, а только кто-то заходит, он на них накидывается, помнишь? Все с граблями или с вилами. Да, 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 но потом он заболел. Ну, и он, очень жалко было он его. Он вилами получал каждый день, все равно жил. Виноград здесь вкусный. Изабелла называется. И такой. Угу. В этом году особо не садили картошку, не было и копать кому. Вот такие гарбузы здесь посадили, наросли. Поэтому уже Машка, Дашка будут объедаться гарбузами. Так давай сейчас возьмем с собой. Давай. Вот какой большой есть. Нас, кстати, багажник сегодня можно взять. Такие обезьян подниму. Да не трогай, это я сам все сделаю. Дима, тяжелая она? Да. Сколько килограмм? Не знаю, Машке потом спросим. Да, хорошо. Она зараз не съест. Так она там не одна. Спасибо, мы поехали. Все, спасибо, пока. Давайте, пока. Так, так, руки не держи, так, все. Всем привет. Так, не ругаемся, ребята. Короче, вот съездил в город, купил сегодня трубу такую. Ребята, сегодня заливаем ступеньку. Вот здесь вот. Сюда, следующую ступеньку. Так, работы, что я за вами приехал? Работы немерено, смотрите. Фух, печнику помогать надо. Ступеньку заливать надо. Монолитный пояс заливать надо. Покосить вокруг гектара обкосить надо. Покосить здесь надо. То есть работы, без работы мы не останемся с вами. Один я тоже все не успею. Поможете? Конечно. Ладно, тогда все, ну. Тогда працуем. Давай. Хотя тыкву и не знают, как ее укусить.
Ну, солидол, помоги им. Сейчас Димка ее им посекет. Ребята, идите разобью вам, давайте. Идите сюда. На. До-до. Машка, Дашка, Белка, Злата. А, там есть зерно. 5 минут этого горуза не будет, уже 2 съели они. Полностью под ноль съедают. Если ты сейчас где-нибудь жил в лесу, то был бы гроза дачников и огород. Диковатый такой, как дикий, да? Угу. Сзади подкралась белка, все, сразу убежал. Так, ладно, печки печками. Почему мы до сих пор крышу не перекрываем? Крышу, во-первых, потому что нету дымоходов. Леса не хватает, тоже я его заказал. Тут монолитного пояса у нас нету, но поэтому я и привез эти доски, чтобы залить монолитный пояс. Та бригада, которая должна была здесь переделывать крышу, перезвонили после видео скандала с печником и сказали, мы сниматься не будем. Сказали, мы сниматься не будем. Может, они и делать перехотели, я даже не знаю. Но найдем тогда другую бригаду или не будем снимать, не знаю тоже что. Дальше, этот наш навес, почему мы до сих пор не накрыли его? Вот где сейчас эти кирпичи, это должны стоять деревянные столбики. Деревянные столбики. Вот. И что? Можно накрывать? Нет. У нас проект индивидуальный. И мы запланировали здесь, вот где стоят эти арматуры, сделать столбики из кирпича. Столбики из кирпича. И теперь получается, вот вы как, может, кто-то строитель, объясните. Можно сделать так и так, но те люди, которые можно сейчас согласны доделывать барбекю, они согласны аж в октябре, в ноябре, и все ставят условия, сделайте нам крышу навес. А как я сделаю крышу навес, если у меня еще нету столбиков? Правильно? А те, которые строители хотят сделать крышу, они говорят, мы не будем делать крышу, пока не будет у вас барбекю готово. И получается палка в двух концах. Кровельщикам удобно, чтобы барбекю было готово, а печникам удобно, чтобы была крыша готова. И получается, как делать, я не знаю, может быть, вот посоветуйте. Может нам действительно сделать этих два столбика, пока барбекю не делается, и накрыть, и тогда можно будет барбекюшницу делать на улице. И самое интересное, что столбики тоже просто так не выгнать, потому что они идут в перевязку с общей кладкой. Вот, может как-то оставить, вот, я не знаю, вот насчет этого думаем. Ого, это глина, да? Ну. Печник тебе сказал так делать? Да. Красавчик.
Так, надо нашу рыбу, которую мы привезли с рыбалки, залить водичкой. Пол бочки у нас получилось. В основном, конечно, уклейка на удочку ловилась. Но есть и окунь тут, ёршики, подлещики, плотвички. Всякая рыба есть. Да, плотвичек много. В этот раз почему-то да. Поэтому сейчас заливаем водой. Но мы подольше. Мы вообще, мы можем даже на сутки оставить, да? Вот да, завтра, мы любим слабосоленое. Завтра чтобы... в это время, даже если мы разложим, то она будет такая слабосоленая. Можно будет даже без воды, без пива, без квасов просто кушать. И... Ух ты, ничего себе. Боже, я такого споймала. Карася такого поймала, да. Даже не видел. Да. Это пока я... Ой, это что? А, и жарика засолили, да? Угу. Нет, пока был на хищнике. А всего хищника мы заморозили. И несколько раз меняем воду, чтобы была вообще не соленая. Тут не поросята, я никого не продаю. Ну, вот, молодец. На продажу, на продажу. Все, четверых еще поросят сегодня продали. Фу, сокращаются, легче становится. Бедных наших свиноматок повысасывали, аж худые стали, одни кости торчат. Да, без трактора, конечно, будет тяжело. Но... На тракторный бюджет не рассчитывали, раз, а кредит брать не в наших, как бы, планах. У нас нет ни одного кредита в жизни. Мне кажется, мы поэтому и счастливые люди. Будем тачкой возить лучше. На дорогу. Так, печник что валит? Блин, я ж не строитель, ни в печках не шарю, ни в кровле, ни в чем. Ну, блин, приходится вообще учиться. На самом деле, до переезда на хутор я даже не знал, как бензопила заводится. Так, вот что сегодня печник сделал. Швы нам пока нравятся, еще они зачищаться будут. Не рыхлые, все-таки хорошо разлаженные. Получается, ну вот, считай, за день прибавилось к 6, еще 6. Дальше. У нас прошлый печник. Таких очистных заказала 6 штук. А этот печник, говорит, мне, говорит, надо 3. Я говорю, как 3? Прошлый сказал, что чем больше их, тем меньше будет грязи в печке, тем легче чистить. Ну, этот сказал, говорит, я ложу каналы не горизонтальные, а вертикальные. Говорит, тогда, говорит, у тебя все падает, и, говорит, сразу чищаешь 2. А говорит, а если горизонтальные, то, говорит, они типа забиваются. Ну, не знаю, тут, наверное, у каждого своя правда. Я не буду тут уже свою правоту гнать. Как бы то, что я вижу, что делает быстро и вроде бы красиво. Как она будет работать, это уже... Ладно, нам надо, главное, успеть до осени. Все равно гарантию никто не даст после одного печника второе делать. Ну... Я говорю, уже хватит столько гнать за день. Сначала мне было страшно, что так медленно, теперь мне страшно, почему так быстро. То есть вот это вот сегодня не было, вот этого не было. И мне уже страшно, почему так быстро. И говорю, вали, говорю, и ядро. И он говорит, сейчас буду ядром заниматься. Вот.
Говорит, покажешь, если хоть захочешь меня показать, то только после того, как дым пойдет. В общем, теперь нас будут все строители бояться. Угу. Рецепт рубленых котлет уже не показываем, потому что уже показывали на своем канале. Очень любим вот эту куриную грудку. Так, Ваня особенно любит. Вот такой вот газон у нас возле дома. Покосили мы всего лишь, ну, один раз, может, максимум два. Остальное время помогают поддерживать овцы и козы. А тут, на прилегающей к территории, к дому, овцы с козами, они просто не справляются сами сделать такую лесопарковую зону, не могут. Хотя, видите, это крушина. Они ее понадкусывали, а она все равно растет буреломом. Во-первых, это некрасиво, во-первых. А во-вторых, все равно они боятся сюда идти. В-третьих, это опасно, потому что вот в таких корчах может быть и гадюка, страшно. Ну и хочется вот здесь вот немножко на прилегающей территории навести порядок. Тяжело здесь, конечно, косить, тяжело здесь пилить, но надо. Так, здесь будет слив воды с крыши. Вот сюда вот. Перед тем, как залить последнюю трубу, надо же проверить, и работает, да? О, пошла. Вот так вот вода с крыши со временем направится в пруд. Но видите, текет-то мимо, текет, блин. Наверное, надо будет еще рядом что-то достраивать. Вот хотел красиво, а получилось непрактично. Недавно читал комментарий, и там написано, что маленький мальчик спросил у своих родителей, говорит, а куда денутся индюки с хутора? Ну, ему сказали, что дядя Дима своему папе завезет этих индюков. А он говорит, так пускай они хотя бы одного себе оставят. Вот именно вот того, у которого калеку. Пальцы кривые. Как бы не можем мы оставить индюков. Не можем, но... Можем отдать пообещание, что вот этот индюк, калека наш, да, на радугу уйдет последним, да? Потому что вот реально, вот когда отличается от всех, то его больше всего жалко. Ну, здоровые, вообще уже, наверное, килограмм 20, давно не взвесили, ну, что ли, надо взвесить. Если честно, у нас даже такой морозилки нету, пускай живут, гуляют пока гнезда. Может, тушенки, колбасы будем делать. Ой, что я говорю, ерунду какую-то. То есть папе завезем. Все ступеньки у нас между собой связаны. То есть вот с каждой ступеньки идет металл. И к следующей тоже мы забили металл. И с следующей ступеньки уже не будет металла, потому что это предпоследняя. Следующая ступень будет последняя. Вот здесь будет последняя ступенька, уже как раз уровень с землей. Но в любом случае
одна ступень в день. А здесь я так подумал, раз идут ступени, рядышком можно просто такую горку сделать для воды. Потому что если будет вода течь, вот как здесь, она просто будет песок смывать, смывать. Так что здесь рядышком еще горка пойдет. Но это тоже. Сначала сегодня одна ступень, после, когда будет время, вторая. И потом только горочка. Вот так вот получается. Здесь такой бурелом. Но хочется немножко, чтобы хотя бы возле дома был порядок, хоть 10 метров от нашей территории. Вот, кстати, смотрите, какой гриб. Это польский. Польский поляк. Возле дома растет. За вольером, за туалетом. А белый, смотрите, где вырос боровик. Так ты индюшины знаешь? А еще раз. Стараемся всунуть хотя бы на каждой ступеньке по одному большому камню. Конечно, было бы красиво, чтобы было из 5 больших камней, но в основном по одному большому камню везде. Остальное мелочью. Вот. А вода куда будет течь? Туда, ну, короче, косякнул я, но сразу признаюсь, что будет течь пока что по песку. Надо рядышком горку А делать. Почему ты косякнул? А как ты так косякнул? Ну, блин, я бы не косякнул, если бы оно пошло ровно. А, блин, а мне хотелось красиво сделать. Ну, ничего страшного, здесь еще сделается такая горочка. Будет красиво. Еще будет красивее, чем планировалось. Не переживайте. Просто дополнительно работать чуть больше. Ничего страшного там. А что я об этом только сейчас узнаю? Да потому что ходишь там, кушать готовишь постоянно. А чего они молча летят? Ну-ка, свистни им. А так не весна же все-таки. Курлы, 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 курлы. Три журавля. А свистни. Нам привезли мусорный контейнер. Теперь мы в город не будем мусор выносить, а просто туда будем выбрасывать. Приехала мусорка, загрузила себе. Пойду им подарю по ручке и кружку.
Давайте. Плохо только, что машина будет забирать этот контейнер раз в месяц. Ну, хотя бы так. Ну, лучше, чем постоянно. Уже сюда животные в него не влезут. Ну, да. И это лучше, чем в город возить в машине, чтобы воняло, да? Угу. Все. Спасибо, молодцы. Все? Да. Вези нас домой. Погнали. А куда этот раствор распадет? Куда все осталось? Я не знаю, блин. Ты чуть-чуть лопаты, блин. Вот, получается, в середине нашей барбекюшки еще можно пару рядов плохого кирпича этого. Кирпич сразу вот. Душного. А сейчас кирпич, да? Любой, да? Ну, бэушный, да, любой давай. Нет, нет, широкий давай, такой не давай. Ваня, скажу, если мы так каждый день будем потрачивать, то до Нового года хутор будет новый. Но просто новый дом будет стоять. Понаблюдаем за этими ступеньками осень, весну. Посмотрим, может действительно мостик какой-нибудь деревянный сделать. Ну просто хочется знать, с какого уровня его сделать. С этой ступеньки или с этой. Вообще сегодня комфортная погода. О, уже походили свинки. Комфортная погода, и поэтому все успели сделать. Поработать приятно, жары нету, мошек нету, комаров нету, оводов нету. Плюс 20. Вот металлические штыри. Уже для следующей ступеньки. Уже следующая будет последняя, и все. Ставили. Лестница, наверное, ледниковый период должна выстоять и выдержать. Ну вот, вот такие кустарники торчат в траве. На них и клещ, в них и змеи. А вот здесь мы так прошлись косой и бензопилой. Красиво стало. Муха. Фильм снимается, нельзя так делать. Сразу покрасивело, правда? Тут можно пройтись и самому, и собаке, и коту, и коза пойдет. Ну как бы все равно, тут еще косить и косить, наводить порядок и наводить. Все-таки тут несколько лет никто ничего не делал. Животных тут тоже никто не держал. А мы с животными наведем здесь порядок. А печник сегодня вообще у него аж руки горят. Он просто так все играючи делает. И сегодня столько много рядов выложил. Мне аж страшно. Тот печник мне страшно было почему так медленно. А этот
так быстро все делает. Вот ему я верю, что он за 2 недели сделает. Вот просто верю. Лишь вот сейчас только страшно, чтобы хорошо сделал. Вот. Считайте. Прошлый печник уехал, было вот так. А у этого уже так. За, я не знаю, за день. Вот этого не было. Ну и швы. Валентина помогает сама. Целый день сидит, говорит, я сделаю все швы такие, как хочу. Ну-ка, Валентина, покажи, как ты работаешь. Покажи. Срезает все кисточкой. Все, то есть Валентина уже все подбирает, делает красивые швы себе. Такие, какие нравятся, такие, как хочет. Она не хочет, чтобы были сильно глубокие, и не хочет, чтобы они наружу. Ну и, конечно же, хочется ровные. Вот сейчас уже швы ровненькие. Да, здесь видите, какие швы были. Тут вот узкий. Ну, то узкий, то шире. Ну, а сейчас все. А сейчас все одинаковые швы. Вот поэтому я вот эти сейчас доделываю, потому что здесь были пустоты вообще. Я все доделала. А, да. И она выдавила, покажи, пакетом. Вот пакетом повыдушивала сама. И здесь вот. Позаполняла швы. В общем, Валентина тоже выполняет роль печника. Сегодня целый день сидит здесь возле той печки. Так хочет, чтобы было красиво. Да. Мы с козами и овцами работаем вместе. Они не справляются сами, а мы без них. То есть вот эта вот крушина, она очень такое некрасивое дерево, такой кустарник. И они его возле дома чистят, чтобы лес был не буреломом возле дома. Вот, а нам только останется бензопилой, бензокосой здесь навести порядок. Молодец, Белочка, молодец. Убирай эту крушину. Кстати, ближе к осени козы с овцами перешли больше на ветки, на веточный корм, потому что, наверное, трава не такая уже вкусная и сочная. Весной они больше, конечно, на лугу паслись, а сейчас уже хотят вот кушать эти ветки. Дальше наш хутор окружен вот таким вот густым лесом. То есть не везде красивый лес. С одной стороны у нас боровики растут, а с этой стороны он очень густой. Тут только польские, тут болото. Тут им никогда не справиться. Даже тысячи, наверное, ну, не даже, наверное, только 1000 голов. Чего блинчики у нас? С кабачка. А это что за мясо? Ну это Ваня сказал колбаску туда добавить. А, слушай, так надо было ему добавить, что ты всем добавила. Так, ну что, я не знаю, за день просто приобрела печка вид. Что здесь еще будет? Здесь перемычечка.
Здесь мы заказали каменную плиту. Здесь вот тоже такая каменная полочка заказана. Уже ее нам делают. И в конце вот это все-таки кирпич вот пилится, да? Угу. Поэтому в конце, когда уже все будет готово, надо будет лаком покрыть. Специальным термостойким лаком раза три. Тогда она еще заиграет. Заиграет и будет еще красивее. О, и здесь масленок у нас возле дома. Целенький. Целый. Ну все, друзья, вот такой вот был день. Устали. Надеюсь, печка в доме у нас будет. А если проект крышу и барбекю заморозим, то ничего страшного до весны. Без хорошей крыши жили и сейчас переживем. Главное, чтобы печь в доме была. Вот. Но все равно будем стараться. Все, всем позитива, всем удачи, счастья, здоровья. Пока. Пока. Сейчас погуляли с овцами. Смотрим, а у Нани-то уже пузо большое. Ну, я больше не пузо, я больше по вымени вижу уже. И вымечка такое налилась уже. Примерно две недели, и она уже у нас окатится. Давно у нас ягнят не было, вообще не было ни козлят, ни ягнят. Угу. Так, да, уже пузо большое у нее. Ждем пополнения через две недели. Еще пендаля дал под зад. Козы с овцами едят круглосуточно сено. Но сейчас ближе к осени делают это вообще с удовольствием, еще больше охотно. Поэтому каждый день еще докармливаем их сено. А самое вкусное в сене это колючки. Противой. Угу. Вытащила колючку сухую и ест. Машка?